Что тебя привело? Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу Моречка. И мы пытаемся понять, что случилось. Почему ты думаешь, что это работа для ведьмака? К югу отсюда есть деревня кирпичников, Стёжки. Сейчас оттуда почти все жители сбежали. И все твердили, что там завелось чудовище, которое людей убивает. Реданские патрули не заходят в эти края. Обычные бандиты не нападают на армию. Остается только один вариант. Монстр. Узнай, что стало с нашим патрулем. Империя ценит жизнь своих солдат, так что за хорошую работу будет достойная награда. Согласен. Я проверю, что случилось с патрулем. Может, в Стёжках и правда завелось чудовище. Хорошо. Там, где есть гули, обычно бывают... Есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили... Искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы убивали. На моей памяти это первый раз, когда гули пришли выручать деревню из беды. Выгляди они заказы ведьмачьи начнут принимать. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Это был неравный бой, у него не было шансов. Его ударили о землю с большой силой, на внутреннее кровотечение.
челюсти, способные раздавить панцирь. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну комору, а там спала бестия. Подпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нельфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нельфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Дошки наверняка можно поднять. Пробитый доспех, разорванные артерии. Дайкима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили.
боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, причитается. Плати. Удачи. Что тебя привело? Я по поводу пропавшего патруля. Я был в стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот, почему они не вернулись. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями. А ты заслужил награду. Держи. Ты слышал о бригаде Бринга? Такие, как ты, Дурин, там служишь. Нет! Моется раз, я видел тебя в Визи. Это правда? Эссе Йондрайн Айн.